Европа объявляет войну переотправке мигрантов из Африки против контрабандистов, которые нелегально перевозят людей в Средиземном море. ЕС намерен использовать военные средства. Планируется, что их суда будут просто уничтожать. На такой шаг главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран-участниц Евросоюза пошли из-за невероятного роста числа нелегалов. Кроме того, в ЕС опасаются угроз со стороны группировки «Исламское государство», чьи боевики пробираются на Запад под видом беженцев. Операция будет включать в себя три фазы. Это сбор разведывательной информации, отслеживание лодок контрабандистов, ну и непосредственно их уничтожение. В это же время в Европе отмечают, что без разрешения Совбеза ООН участники операции смогут задерживать только те суда, которые будут идти без флага, либо под флагом страны, давшей согласие на задержание. Я ожидаю очень сложных дискуссий на следующем заседании Совета ЕС. Еврокомиссия задала правильный курс. Уже сделан хороший шаг вперед, и мы можем получить хороший результат.